удивительное было время. Это был прошлый век. Это были советские годы. А музыку это написал композитор, который учился в Петербургской консерватории в досоветские годы. Получил весь запас традиций русской интеллигенции, русской композиторской школы. Боготворил Чайковского, Римского-Корсакова. Был высочайшим профессионалом. По национальности он был немец, но настолько обрусевший, что только имя, отчество и фамилия остались от немцев. Рейнгольд Морицевич Глер. Вы знаете, почему я говорю удивительное время? Потому что если действительно музыка в какой-то степени отражает жизнь, то вот эта музыка отражает... Ну, вот что для тебя она? Очень-очень красивая мелодия, просто какое-то такое весеннее состояние, беззаботного, прекрасного какого-то такого бездумного состояния, просто на эмоциях. Знаешь, у меня даже ощущение, что это какая-то чистая-чистая вот любовь, первая. Да, вполне возможно. Вот что такое школьное, что-то такое, запах парт свежевыкрашенных в сентябре. Девчонка, на которую давно смотрел в прошлом году, а в этом году она еще красивее стала. И вот не знаешь, как признаться, и что сделать, вообще как подойти, прикоснуться к ее руке. И вот такой вальс, какой-то без фальши, без подделки, какой-то чистый-чистый. У Глера вообще музыка все-таки удивительная. Он мелодист, у него чудесные гармонии. И даже в наш... Век аллиаторики, сонаристики, додекафонии. Как приятно вернуться в это удивительное время и услыхать, что в России продолжались традиции великих композиторов XIX века. Вот ты говоришь аллиаторика, сонаристика. Может быть, это был вообще неверный путь. Вот знаешь, Пьер Булез, да, выдающийся композитор, дирижер, и вообще, как бы, очень влиятельная фигура в европейском музыкальном мире. Вот он сообщил в одной из своих таких программных статей в 70-х годах, он провозгласил о том, что и мелодия, и гармония умерли. Причем очень так безапелляционно, как бы в такой форме, что мы все понимаем, что мелодия и гармония умерли. Сколько раз сообщали на Земле о том, что мелодия и гармония умерли? Когда был Вагнер и когда был Бетховен, ревнители вообще Гайдна считали, что с Бетховеном умерла гармония, умерла мелодия. Да. После этого начались проблемы. С кем только они... Скрябин. Да, Скрябин. Одни с ума сходили, а другие говорили, что это вообще такое безобразие, что лучше вообще не вспоминать об этом. А Прокофьев, когда его забрасывали гнилыми помидорами, скупали все гнилые помидоры, опять умерло все. А на самом деле не умерло. И сколько бы они ни говорили, она никогда не умрет. Я даже не люблю ложиться спать. Или если ложусь с одной целью, думаю, скорее бы проснуться, чтобы сесть за мольбер. Великий дар и огромный труд. Он не оставляет равнодушным. С одной стороны, его боготворят, восхищаются. А с другой стороны, зависть. Наш современник и наш классик. Шилов может уже сам выбирать, кому нравится, кому не нравится. Александр Шилов. Судьба художника. В субботу на канале ТВ-центр. Thank you.
Знаешь, когда я слышу музыку Карамановы, то я понимаю, почему он был вынужден уехать из Москвы. Ото всех групп, организаций, союзов, тусовок. Уехать в тишину, в одиночество. Вот в Симферополь. Поселился в маленькой хрущобе, где некуда было двигаться, потому что кроме пианино, по-моему, и топчина, у него там ничего не было. Ты же был у него в квартире. Да-да. Да, действительно, это совершенно верно. То есть такое довольно-таки убогое зрелище. Вот. Но когда я смотрел в его глаза, я понимал, что он его, может быть, вообще не замечает. Потому что он находился где-то в постоянном, по-моему, контакте с каким-то высшим миром. Ты понимаешь, вот я представляю себе, что я строгий московский критик, да? Который следит за московскими композиторскими достижениями, изучает музыку Губайдулиной, Денисова, Шнитки, с одной стороны, то есть которые в оппозиции, с другой стороны музыку Шостаковича, все-таки как бы то ни было официально признанного, да. И так далее. Вокруг него целый ряд композиторов, получивших нормальное образование, пикоды, масса всех, да? И вдруг вот появляется такой Алимдар Караманов и начинает писать музыку. Вот начни играть музыку, я сейчас остановлю тебя и буду ругать. Минуточку, молодой человек. Это что, ваша музыка? Ну, это мотив Павана Равеля. А кто вам разрешил брать мотив из Павана Равеля? Ну-ка, сыграйте Павану Равеля, пожалуйста. Скажите, это мотив или коллаж? Как вы это воспринимаете? Коллаж, значит, это сознательное включение в своей музыке музыки другого композитора. А вы же просто как бы своровываете, вы сразу заключаете в свою музыку без объявления войны или без объявления коллажа. Просто берете и сам наглым образом используете мелодию. Далее, скажите, пожалуйста, там вам не кажется, что вы воруете у Рахманинова? Там буквально целая фраза, вот где-то здесь поиграйте, пожалуйста, там у вас Рахманинов, товарищ Караманов. Вам не кажется, что вы эклектик? Что вы просто не понимаете сути музыкального творчества? Сама фактура устаревшая, она уже напоминает другие Аве Марии. И Гуно, который взял баховскую прелюдию, написал. Она напоминает нам такие вот творения, гениальные уже в веках, застывшие, как шубертовская Аве Мария. Вот зачем? Что вы хотите этим сказать? Какова ваша мысль? Вы эклектик, во-первых. Во-вторых, здесь очень непрофессиональное голосоведение. В-третьих, у нас уже был и Скрябин, и Рахманинов. Зачем нам еще один полускрябин и полурахманинов? Знаете, наверное, я, в общем-то, немножко был знаком, к счастью, с Алимдаром Карамановым. И мне кажется, что он понимал, что ему грозит вот эти вот объяснения бесконечные, и поэтому и уехал в ссылку. Точно. Это, и второй момент. Мне кажется, он писал, потому что он не мог не писать. Именно так. Он основывает новый музыкальный стиль. Да, он как бы вневременной. Да. То есть он абсолютно не оглядывается на то, что скажут. Как бы не существует этого же Рахманинова Скрябина, но как бы его открывает заново, эту музыку. Знаешь, что мне приходит в голову? Знаменитая мысль чья-то, что атеизм – это тоже форма религии. Ну да. Таким образом, вот его стиль – это тоже стиль. То есть отсутствие конкретного стиля – конечно. Это тоже стиль. Это просто непосредственное воспринятие под диктовку чего-то такого небесного, чего-то активного. Музыки в полной независимости от материальных моментов, от квартирных моментов, от обсуждений. И в результате, чем больше мы слушаем его музыку, тем больше мы вдруг понимаем, что это не эклектика ни в какой степени. Что это совершенно четкое восприятие звучащего воздуха. Безусловно. Ты знаешь, вот, может быть, единственный композитор, которого вот начинаешь играть, как профессионал, обычно бывает немножко как бы такое сдержанное, отстраненное отношение к чувствам, которые есть в музыке. С этой музыкой это невозможно. То есть ты полностью вовлекаешься эмоционально, и хочется просто, когда закончил, тут же начать и вот так бесконечно продолжать. Удивительно. Это правда. Совершенно. Это правда. Я это чувствую, потому что я готов слушать ее сначала, сейчас, и открывать какие-то совершенно новые грани. Причем, когда я слышу вот огромное количество всевозможных творческих композиционных традиций прошлого, которые органично входят в его стиль, мне от этого еще интереснее, потому что я слышу, что он как
Вот как океан в себя вмещает все, да, Бах, не ручей, а океан, Бетховен говорит. Вот он тоже как бы своего рода океан, который вмещает в себя все предыдущее накопленное. Ведь мы же можем то же самое сказать о Бахе. Что Бах как бы в своем творчестве ориентируется на французскую клавесинную музыку. Да, да. Да, на итальянскую. Вот французский жит, английский жит, да. Да? Есть итальянские концерты, явное влияние Вивальди. Конечно. То есть мы ведь тоже можем назвать, по сути, Баха эклектиком с большой буквы. Да, собирателем вот этих разных стилей. И вот не является ли Караманов для нашего столетия, да, вот он успел дожить до 21 века, тем же, чем Бах был 300 лет назад. Опять океаном, в которого влились и Скрябин, и Равель, и Рахманинов, и романс, а? И Мессиан. И Мессиан, и романс русский, да, и даже музыка Востока. Да, безусловно. Это вообще традиция русской культуры. Да, да. Поэтому мы можем сказать, что это какой-то один из завершателей музыкальной традиции. Смотри, мы сейчас сыграли два произведения из русской музыки 20 века, да? Глер, такой вальс нежный, милый, да? Караманов, титан, которому принадлежит будущее, безусловно. Это имя будет названо в числе нескольких имен столетия. Слушай, я предлагаю еще один поворот. К Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу. Ну, давай. Очень необычно сыграем. Я тебе предлагаю сыграть медленно эту музыку. Очень медленно, как ее никто не играет. Потому что я хочу, чтобы мы услышали, какой он хулиган, какой он непослушный мальчишка, и обрадовались еще раз, что он умер своей смертью. Потому что я думаю, что если бы музыка, вот члены Политбюро тогдашние, все эти политики коммунистические, если бы они к музыке относились так же, как к литературе, то вряд ли Шостакович бы написал 15 симфоний. Но представьте себе, что вам говорят такую вещь. Советская музыка должна ориентироваться на лучшие традиции русских композиторов. Поэтому, товарищ Шостакович, пишите красивые мелодии. И вот представьте себе, что вы сидите как судьи у экранов, и сейчас перед вами, как перед руководящими товарищами, Шостакович дает свой экзамен. Ему сказали писать красиво. Вот давай посмотрим, как будет звучать красивая мелодия. Вот сейчас, сейчас. Давай попробуем. Пока все нормально, да? Пятерка. Да. Комиссия расслабилась. Товарищ Шостакович приручен. Товарищ Шостакович пишет точно, как нам надо. Послушаем еще раз. Товарищ Шостакович, пожалуйста, продолжайте. Очень приятно видеть, как вы послушны. Thank you.
если посчитать количество ошибок, которые товарищ Шостакович допустил в этой маленькой прелюдии, то количество ошибок непозволительно. Потому что, во-первых, товарищ Шостакович, какое отношение собачий вальс имеет к советской музыке? Да! Ну-ка, еще раз вместе. А вы что, не знали собачий вальс? Ты умеешь играть собачий вальс? Сейчас. Да, да, это же точная пародия на собачий вальс. Ну-ка еще раз. А вот это место на футболе бываете, товарищ Шостакович, да? Ну-ка, давайте, где это место? Тум-тум-та-та, ум-та-та, ум-та. Я не вижу сейчас. Ну-ка. Товарищ Шостакович, ну какое отношение собачий вальс имеет к футболу? И все это вместе взятое к красивому стилю русского романса, с которого вы начали в начале. Потом, товарищ Шостакович, как вы можете себе позволить вот так непозволительно свистеть? Вот так. А потом, если уже вы начинаете мелодию, очень красиво, задушевно, ведь все расслабились, все улыбнулись, всем стало хорошо. Вот, смотрите, как хорошо. Слушайте. Первая ошибка, товарищ Шостакович. Сказать, товарищ Шостакович, на непозволительную свободу мышления. Во-первых, ритмическая. Там, где мы не ожидаем, вы вдруг неожиданно обостряете какие-то моменты. То есть музыка ваша никуда не годится. Вам нужно серьезно подумать, как писать. Послушайте, как писали товарищи Чайковский, товарищ Римский-Корсаков. И попытайтесь продолжить лучшие традиции русской музыки. Вот понимаете? Ведь по сути, Шостакович... На самом деле, великий полистилист. Мы часто говорим, ну, конечно. Да? Мы часто говорим, что он от Малера, там только, да? Конечно, он великий симфонист, но он же настоящий полистилист. Потому что вот если в этой маленькой прелюдии такое количество стилей, а в его 24 прелюдиях и фугах, там, ну, вообще, да. Там вообще просто целая энциклопедия. От Баха до уличной песенки, да. От советской песни до романтиков, от пародий до каких-то невероятных фольклорных моментов, русский фольклор, там, восточные интонации, еврейский эти самые маленькие человечек, гоголевский этот самый несчастный Акакий Акакевич, который неизвестно от кого родился. То есть постоянно мы сталкиваемся с гигантским количеством почти литературных конкретных ассоциаций. В этом особенность музыки 20 века, в этом особенность музыки и Шостаковича, и, конечно же, все-таки Караманова. Я даже не люблю ложиться спать. Или если ложусь с одной целью, думаю, скорее бы проснуться, чтобы сесть за мобил. Великий дар и огромный труд. Он не оставляет равнодушным. С одной стороны, его боготворят, восхищаются. А с другой стороны, зависть. Наш современник и наш классик. Шилов может уже сам выбирать, кому нравится, кому не нравится. Александр Шилов. Судьба художника. В субботу на канале ТВ-центр. Алексей, мы сыграли музыку трех композиторов 20 века, да? Ну, знаешь, если уже прошлись немножко по 20 веку, то без Прокофьева нам нельзя совсем, хотя бы немножко. Так без Прокофьева нет, да. 20 века. Был момент по статистике ЮНЕСКО, что он был самым исполняемым композитором на планете Земля. Вивальди, Моцарт, Прокофьев. Вивальди, Моцарт, Прокофьев. Даже не Шостакович. Понимаешь? И даже не Стравинский. А вдруг Прокофьев был взлет такой...
Собственно, каждую минуту на планете обязательно играет какой-нибудь из фортепианных концертов, из скрипичных концертов, да. Что-нибудь из симфоний, или обязательно какую-нибудь «Любовь к трем апельсинам». Это же действительно уникальный композитор. И что самое удивительное, что после Гайдна на Земле не было второго такого композитора с таким чувством юмора. Много ли юмора в музыке? Ну, знаешь, вот когда меня спрашивают, что такое юмор в музыке, если привести один пример, я всегда играю мою любимую мимолетность Прокофьева. Это номер 10. А, который указание, как играть, да? Не аллегро скоро, не модерато умеренно, а так и написано по-итальянски. Написано ridicolosamente, насмешливо. Насмешливо, насмешливо, да. Именно насмешливо. Насмешливо. Ага. Видишь, как? Значит, играть указание, играть насмешливо. Сыграй. Помнишь, да? Сказку «Петю и Волк». Да. Написал музыку Прокофьев, а текст написала Наталья Ильинична Сац. Но я точно убежден, что никогда Наталья Ильинична Сац не написала бы такой фразы. Но Петя ответил дедушке, что пионеры не боятся волков. Это точно Прокофьев. Это его стиль разговора. Это его стиль парадоксов. Это вот отсюда. И вторая фраза. Уверен, прокофьевская. Уточка села на траву и пожала плечами. Это выше всяких сил. Вот. И я тебе должен сказать, что для меня, например, «Петя и Волк», сказка, музыкантски смешнее в 1000 раз, чем текст. Ну, конечно. А какую ты вторую мимолетность обещал сыграть? Знаешь, следующая мимолетность номер 11.